Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня продолжаю обзор фотографий Марса, опубликованных на официальной страничке НАСА, присланных марсоходом Curiosity. Обнаруженные мною на фотографиях руины очень похожи на руины, которые есть у нас на Земле, напоминающие мне следы чьей-то деятельности в прошлом. Давайте рассмотрим эти фотографии, и пусть каждый сделает свой вывод. Комментарии к ролику, естественно, приветствуются. Эту фотографию рассмотрим в двух вариантах – с фильтром и без фильтра. На этой фотографии мое внимание привлек объект, который, по моему мнению, выпадает из общей картины этого ландшафта. Честно говоря, я его не сразу и заметил. Если не увеличивать этот объект, то можно смело сказать, что это просто обрубок скалы, засыпанный песком. Если мы уберем фильтр, картина останется практически одинакова. Немного обведем этот объект по контуру, чтобы получить другое видение. Вам ничего не напоминает эта часть скалы? Посмотрите, какие пропорциональные стороны вырисовываются. А окошечко, как для меня, это заброшенное, засыпанное песком строение, отдаленно мне напоминающее остатки крепости. Помимо этого объекта, меня привлекла задняя часть снимка. Вот посмотрите, все в обломках, а тут ровная стена. А по соседству разрушенный объект в два этажа. Рядышком камни, выложенные правильной формой. Изгибы скал подозрительно ровные, с идеальными углами в 90 градусов. Я хочу только заметить, природа не любит углы в 90 градусов. А вот в строительстве, как ни странно, очень даже любят и применяют. Для наглядности я уберу фильтр. Посмотрите, все практически одно и то же. Но без фильтра, как мне кажется, более яснее картина. В завершение этого короткого обзора я вам покажу испанские руины, которые я посещал и фотографировал лично. Всем всего хорошего!